ходе презентации отчета представитель Института ООН по разоружению Марк Хизни заявил, что Украина, вероятно, неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. По его словам, подобные нарушения были замечены в ходе боев в Изюме в году, а также в Донецке. Одним из примеров является применение противопехотной фугасной мины «Лепесток ПФМУ», которая срабатывает под весом наступившего на нее человека. Отмечается, что эти мины сложно заметить из-за небольших размеров и защитного цвета. Украина в году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, производство и накопление противопехотных мин. Проведенное осенью прошлого года расследование подтвердило использование кассетных снарядов украинскими войсками при бомбардировках Изюма и окрестностей. Эти атаки, по данным отчета, привели к гибели не менее 8 мирных жителей, а еще человек получили ранения. Находили такие мины и в ЛНР. Эксперты ООН также заявляли об использовании Украиной кассетных боеприпасов. В феврале года был анонсирован диалог председателя Оттавской с Украиной, целью которого было обсудить отчет. При этом Украина на ежегодном заседании конвенции в июне утверждала, что ее вооруженные силы не применяют мины данного типа.